То, что посмотрите, какой плотность везде кораблей, да, вы видите. То есть, ну, морское такое судоходство идет, будь здоров. Понятно, что в южных морях, то есть, если согласно старой карте, которую мы рассматриваем здесь, если здесь находится действительно вот Антарктида, вот она гораздо в южный широт, ну, ближе к экватору подходит, то неудивительно, что именно в этих местах, где вот граница Антарктиды, обратите внимание, не ходят корабли. Ну, практически нет их здесь, нету навигации здесь. Может, какие-то фейковые стоят единичные, но в массе своей такой плотности нет. И это еще не все. Это еще не все. Обратите внимание, вот здесь Северный путь. Я знаю, что из этих вот мест, это даже новости были, вот здесь порт крутой, и отсюда сжиженный газ в Соединенные Штаты Америки поставляют. Но давайте посмотрим, вот где Соединенные Штаты Америки, да, вот находится, и вот где этот порт. Не ближе ли газ поставлять вот через Берингов пролив, ну вот сюда, например, гораздо ближе морской путь. То есть я к тому хочу сказать, что подозрительно, очень подозрительно, нету кораблей. Вот смотрите, кораблей здесь нет никаких, ни одного. Я могу ссылки потом дам в описании. Нету, то есть онлайн корабли не ходят там. Любопытно другие вещи, что до сих пор нет сообщения между Мурманском и Архангельском по морю. Я хочу перед тем, как начать общение, пожалуйста, чтобы вы понимали, что как на самом деле нам недостоверную информацию дают, даже вот информации, которая, в общем-то, как бы на виду. Смотрите, понятно, что нам объясняют, что почему вот эти все расстояния, ну, например, вот у России здесь, видите, они вот такие широкие, потому что в северных широтах, когда распрямляют, скажем, на плоскости вот как бы те меридианы, которые идут к центру, визуально расширяется ширина. Понятно, что, допустим, расстояние вот здесь визуально, допустим, 5,5 километров, и в такой же мы визуально сделаем вот другой шаг на этой же широте, он тоже будет, ну, приблизительно 5,5. Но когда мы начинаем измерять, например, Гренландию, обратите внимание, вот она, Гренландия, 2500 километров. То есть мы смотрим меридиан. И если мы рассмотрим, например, Южную Америку, тоже по меридиану, то она больше 7000 километров. А визуально она отображена меньше размер, чем Гренландия. Возникает вопрос, а зачем искажать вот эти размеры? Для чего? То есть вот по вертикали, ну, как так условно говоря, здесь же никаких, по логике, никаких искажений не должно быть при проекции, ну, скажем, сферы на плоскость. И я потом объясню вот свои мысли, почему вот как бы я к этим приходил, ну, к мыслям каким. Просто хочу сказать, что визуально, когда человек вот смотрит на вот эти размеры арктические, то ему подсознательно это воспринимается, что это очень далеко. А фактически все не так далеко. Вы знаете, вот это три острова, которые мы будем рассматривать сегодня. Шпицбергер, Франца Иосифа, Новая Земля, архипелаг Северная Земля. Они оказываются, вот если мы их увеличим, то вы видите, что, допустим, расстояние от Норвегии до Шпицбергена составляет меньше 700 километров. 600, то есть смотрите, расстояние 673 километра. Что это такое? То есть это расстояние в Европе, если мы рассмотрим, это будет где-то от Варшавы, ну вот даже не доезжая до Белграда. То есть понимаете, смотрите, визуально. То есть какое короткое расстояние от северной границы Европы до арктических островов, которые как бы визуально нам кажутся очень и очень далеким. Я немножко сейчас вот так вас подготавливаю, чтобы потом ряд таких вот моментов, к какому выводу приходим. И это странно. То есть зачем вот эти расстояния, обратите внимание, например, от Мурманска, ну вот до... Здесь расстояние, правда, уже наискосок идет, но где-то тоже тут 900 километров идут и так далее. Интересная деталь. Следующий шаг хочу сказать. Значит, я нашел старинную карту, где интересные вещи показаны. Во-первых,
Антарктида, вы видите, она очень большая. И Соединенные Штаты в одном, скажем, континенте находятся с Европой. Кстати, хочу сказать, что к этому меня сподвигнул Вячеслав Котляров. Есть такой исследователь, который вот утверждает, что Америки нет, но не совсем верно он говорит, Америка есть. То есть он считает, надо правильнее сказать, что как отдельно стоящего континента ее нет. Это его мысль такая. И вот он аргументирует, ссылается на эти карты, что действительно здесь нет Берингового пролива. И нет Австралии, кстати. То есть Австралии нет, мы видим. И, кстати, вот к слову, если помните, Джеймс Кук, который открыл Австралию, он говорил, что это не остров, это какой-то огромный континент. Потому что он плыл, конца и края ему не было. И, как я понял, он понял, наверное, что это полуостров Антарктиды. И в результате чего его, наверное, скорее всего, убили. А исторически списали, что его съели каннибалы вот эти с бумерангами, которые там бегают. Вот и все. Поэтому тут такие, ну скажем, подозрительные вещи, они присутствуют. Да, вот посмотрите, что интересное. Такие вот вещи, что Гренландия здесь тоже широкая. То есть даже если сферическую так смотреть, да, где они сходятся, меридианы, она все равно довольно много занимает площадь. Но я хочу задаться другим вот моментом. Обратите внимание, есть шикарная такая сервис, Marine Traffic, трафик этих самых кораблей, где интересные любопытные детали мы рассмотрим. То есть это через спутник отслеживается положение всех кораблей, какие сейчас есть в океане. Ну, во-первых, интересно возникает вопрос, почему корабли, например, вот отсюда, из порта, ну, здесь газ сжиженный, они дают вот с обета, это за Новой Землей, обратите внимание, обходят Новую Землю, вот это все, видите, танкер, вот танкер плывет, еще один танкер, и они обходят Новую Землю, когда, по идее, вот вдоль побережья проливу ближе пройти. Здесь еще любопытна другая деталь, что вообще вот здесь, где это Новая Земля, тут как раз ядерный полигон. И много взрывов было. Посмотрите, сколько кораблей, которые здесь были эти, вот фишинг, вдумайтесь, ловят рыбу и продают, я не знаю, там вообще там зараженные она или нет, эти места. По идее, там вообще рыбу нельзя ловить, если здесь водородную бомбу взрывали вот на побережье Новой Земли. Вот. Но меня другое удивило. То, что посмотрите, какую плотность везде кораблей, да, вы видите. То есть, ну, морское такое судоходство идет, будь здоров. Понятно, что в южных морях, то есть, если согласно старой карте, которую мы рассматриваем здесь, если здесь находится действительно, вот Антарктида, вот она гораздо в южный широт, ну, ближе к экватору подходит, то неудивительно, что именно в этих местах, где вот, ну скажем, рельеф, как это, граница Антарктиды. Обратите внимание, не ходят корабли. Ну практически нет их здесь, нету навигации здесь. Может какие-то фейковые стоят единичные, но в массе своей такой плотности нет. И это еще не все. Это еще не все. Обратите внимание, вот здесь Северный путь. То есть отсюда... Я знаю, что из этих вот мест, это даже новости были, вот здесь у нас порт крутой, и отсюда сжиженный газ Соединенные Штаты Америки поставляют. Но давайте посмотрим, вот где Соединенные Штаты Америки, да, вот находится, и вот где этот порт. Не ближе ли газ поставлять вот через Берингов пролив, ну вот сюда, например. Гораздо ближе морской путь. Но... Обратите внимание, ну, в Аляску, например, до Аляски там, да, хотя бы. Обратите внимание, здесь нет вообще ни одного корабля, вообще никакого. Ни военного, никакого, ни гражданского, ничего нет. Обратите внимание, нету. Когда говорят, что, ну, Андрей, тут же погранзона. Вы знаете, Мурманск тоже погранзона. И вся Европа сплошная погранзона. И здесь это... Нельзя, этим не отвечает. Со мной общалась женщина, супруг, у которой, она из Архангельска, и ее супруг, ну, капитаном был сухогрузов.
она написала комментарий. Я спросил, я специально задал вопрос. А скажите, а где ходил ваш супруг и почему он ходил через Берингов пролив? Она так и сказала, он не ходил, не ходил, ну там это как бы не плавать правильно, а именно ходить, они говорят. И еще, вот тут же вот Восточно-Сибирское море, я спросил, а что, вот ну, море Лаптевых и так далее. Ответ был, корабли здесь не ходят, потому что не, здесь не покрывает спутник связь. И типа раз он не покрывает, значит, там судоходства нет. Это вызвало у меня, ну скажем, улыбку умиления. Человек, который я проработал 18 лет в телекоммуникационном бизнесе, скажем, отрасли и так далее. И я прекрасно знаю, что есть такие спутниковые системы связи, как Inmarsat, как Iridium, Global Star, которые были специально созданы для того, чтобы покрывать все регионы Земли, где нет сотовой связи. В принципе, это их экономическая ниша. То есть там, где вообще людей нет. Понимаете? Именно для этого сделано. То есть получается, что самолеты имеют связь, да? А что, вот подводные лодки плавают вот там, они что, связь не держат через спутники или что? Ну, понятно, можно сказать, это военные спутники и так далее. Но такого не бывает, чтобы просто... Я знаю, что они покрывают всю территорию. А к чему я это говорю? То есть к тому, что если мы опять возвращаемся к этой карте, да, и мы видим, что здесь суша, то есть представляете, вот насколько могут вот человечество держать в неведении, то есть человечеству до сих пор, современное человечество, ну как бы жить в каких-то придуманных географических границах. То есть фактически здесь нету Берингового пролива, получается. Скорее всего, это большая пойма некой реки или залив какой-то, где вот границу такую сделали, погранзону. Вообще там расстояние между островами, там расстояние где-то 75 километров, вот это, ну, можно на карте замерить даже, вот здесь. Ну, вот он, 76 километров, ну, условно говоря, 70 километров, 80 километров. А вот здесь эти два острова, это граница России и Америки, и между ними вообще там расстояние 3,5 километра, ну здесь 12, ну тут где-то вот еще ближе, если побережье сделать, еще короче будет. Вот. Тут расстояние будет совсем смешное. Кстати, между Америкой и Россией расстояние, вон там, 4 километра, 3,5. По факту. Фактическое, между прочим. Потому что этот остров американский, этот, ну скажем так, русский его остров. Да. Но у меня знакомый был, который говорит, что он был в Беринговом проливе. Я его спросил даже, говорю, а ты пробовал воду на вкус? Какая она там? Ну, соленая там, пресная вода или что? Ну, он сказал так, что, ну, как вроде соленая, но даже ну, не такая соленая, как в Черном море. А в Черном море она самая менее соленая. То есть если действительно это какой-то регион, ну, скажем, вот как здесь, например, видите, вот тоже есть же такие... Вот большие места, ну где-то по расстоянию, где вот река впадает, видите? То есть здесь искусственно поставить границу вот на островах тут каких-то и сказать, что здесь Америка, здесь Россия, да? А дальше по гранд-зоне и не ходи там. Тоже может быть. То есть я к тому хочу сказать, что подозрительно, очень подозрительно, нету кораблей. Вот смотрите, кораблей здесь нет никаких, ни одного. Я могу ссылки потом дам в описании. Нету, то есть онлайн корабли не ходят там. Почему? Вопрос, конечно, это уже, ну вот, думайте сами, как говорится. Дальше я как бы задумывался над вопросом, когда круизный лайнер, здесь, помните, рассказывал, путешествовал из Мурманска в Архангельск, странный там километраж у него был, по 3000 километров. И любопытно другие вещи, что до сих пор нет сообщение между Мурманском и Архангельском по морю. Вот мне интересно, кто живет в Архангельске и в Мурманске, раньше, если было это сообщение, сколько дней шел пассажирский, ну, пассажирское судно и с какими остановками. Потому что мне рассказывают, что сухогруз шел полтора суток, и на самом деле это близко. Но это, скажем так, мне проверить трудно. Вот есть же какие-то круизные лайнеры, там на сайте расписание, сколько он в пути,
известно, сколько узлов скорости этого судна, и можно просто посчитать время и на узлы умножить и понять, сколько времени он там двигается. Поэтому думайте, исследуйте. А вот интересна еще одна карта, которой я хотел поделиться. Она уникальна тем, что на ней отражена Гиперборея. Она повторяет, кстати, вот здесь опять, что Америка на одном континенте с Азией находится. Обратите внимание. Но здесь еще в центре есть Гиперборея. То есть вот эти четыре острова, которых нету, когда смотреть на проекцию на экватор. То есть смотрите, что происходит. Происходит следующее. Почему нам дают карты экваторо-центрического характера? Они, то есть, ну, ориентации, а не ориентации Северного полюса. Потому что, когда мы смотрим с экватора, что на севере находится, на полюс, мы не можем увидеть. И, кстати, расстояние там еще делают, чтобы мы как бы подсознательно понимали, что что-то там далеко. Давайте рассмотрим эту карту. Что мы здесь видим? Интересные вещи видим. Например, вот я хочу сейчас повернул на 180. То есть я повернул, ну, узнаете здесь, что здесь есть, да? Давайте, сейчас я вам прорисую, покажу, чтобы вы видели. Значит, ну, понятно, что вот это Великобритания, здесь получается Скандинавия, и вот здесь Мурманск, где-то здесь по проекции идет. Это вот эта губа, это у нас Соловки, и здесь у нас Архангельск. Я уже как бы до этого смотрел, это Черное море. Это еще не помелевшее вот этот, оно даже по-другому нарисовано, потому что здесь Аральское море и Каспийское объединенные еще моря. Ну, вы знаете, что Арала практически уже нет. Вот это, сейчас я покажу, вот этот остров, это Гренландия. Вот обратите внимание, вот он, какой на самом деле Гренландия относительно, например, вот Великобритании там и так далее, она имеет размер. То есть, если мы сравниваем, опять же, то, что нам рисуют вот эти фальсификации на картах, что вот здесь, обратите внимание, ну вот, вот она Великобритания, вот она малюсенькая, и какая Гренландия широченная, здоровенные островища. И вот смотрите, вот эти три острова, Шпицбергер, Франца Иосифа и Северная Земля, они находятся, в общем-то, ну, одинаково. Сейчас я их тут открою еще. Ну, во-первых, смотрите, давайте вот эти три острова найдем, где они здесь находятся. То есть, вот я имею в виду Шпицбергер, вот эти острова, которые здесь есть. Смотрите, вот они. Вот остров Шпицбергер, вот раз, северная, то есть Франца Иосифа, Северная Земля. Вот они, в принципе, находятся, ну, скажем так, приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга. Теперь найдем на этой карте, на старинной карте, где же они находятся. Они находятся здесь, но здесь я немножко другим цветом буду желтым рисовать. Вот они. Значит, это Шпицбергер, Франца Иосифа, Северная Земля. Вот они, три острова, видите? Всем видно. Обратите внимание, вот эти четыре острова Гипербореи, они остаются на месте. Вот если вот в связи с этим, скажем, возникает много вопросов. В частности, помните там кинофильмы «Земля Санникова», да? В частности, что вот эти бразильские ученые, которые доказали, что Земля не сфера, они на воздушном шаре свои камеры поднимали и зафиксировали за ледяным покровом новый материк, они назвали, говорит, открыли новый материк за ледяным покровом. Потому что здесь горы стоят, здесь как бы на картах, но здесь увеличить трудно. Вот по периметру, если смотреть на старых картах, вот у Гипербореи, вот здесь горы шли. То есть они как бы, вот эти холодные арктические морозы, они защищали. И плюс, чтобы вы понимали, откуда идет, например, Гольфстрим, куда идет. Гольфстрим реально идет вот сюда. То есть он идет между Гренландией, вот он оголяет Англию, между, вот это Исландия, и попадает между Шпицбергера и Гренландией вот сюда прямо. То есть вы представляете, теплый вот этот поток, он идет прямо, собственно, он обогревает их. Почему там, собственно, жить вот это
Вспомните, боги Олимпа и так далее. Возникает, кстати, вопрос здесь по поводу, почему, с чьей подачи сейчас стал остывать Гольфстрим. Если вы помните, он стал остывать после того, как долбанули, скажем, эту катастрофу, сделали с нефтью, ну, когда это американские те нефтяные компании в Мексиканском заливе. То есть понятно, что борьба света и тьмы идет до сих пор. Это просто выводы какие уже такие идут. Что нам вот этот материк, Гиперборею, нам приказали забыть. Когда он, скорее всего, там на самом деле и по сей день существует. Дальше смотрим, что вот этот за полуостров. А это, что не есть, как это ни удивительно, это новая земля. Вот она. Вот если ее вот так вот обрисовать, она как раз и, обратите внимание, ну вот как раз такую форму имеет. И тогда становится понятным, почему корабли плывут вот так, понятно? Они плывут вот так, понятно, потому что это полуостров, его надо только обплыть, его по-другому никак не обойдешь его. И получается карты... Вот Мурманска, вот этой Скандинавии, в настоящий момент физические карты, они искажены, умышленно как-то. Почему расстояния-то здесь короткие, посмотрите, тут же расстояние вообще, тут возможно на самом деле вообще расстояния другие. Если мы вот рассмотрим, например, карту, вот это у нас Шпицбергер, да, то есть вот он, Гольфстрим течет вот сюда, вот мимо Гренландии и вот туда, в Гиперборею, то мы рассмотрим... Если Северную Землю, вообще вот здесь, то вы посмотрите здесь сколько, ну, там какие-то города даже были, я помню, рассматривал там. Здесь не рисует он их. Рекомендую изучить, вы увидите, что она, он зеленый остров, вот эта часть его западная, зеленая. То есть он не покрыт вечными льдами, там белых медведей нет. Там, то есть он, ну, с восточной стороны, скорее всего, есть. А здесь он какой-то более такой, ну там какая-то растительность, то есть он подозрительно живой такой, вот, понимаете? А для того, чтобы здесь мы не ходили и не знали, сделали что? Ядерный полигон на новой земле здесь, чтобы особо любопытные не ходили. Поэтому, если исходить из логики, что, допустим, что реальное положение вещей вот такое, а не какое нам рисует, то становится понятным, почему из Мурманска круизный лайнер, вот Мурманск вот здесь, идет сначала на землю Франца Иосифа, потом он идет до Новой Земли, потом идет на Соловки, и от Соловков идет в Архангельск. Ну просто, ну практически он самый оптимальный маршрут у него. Почему сейчас, и я вам покажу... Прикольные новости на эту тему, что вы, во-первых, по Беломорканалу зайдите на Википедию, почитайте, наберите Беломорканал, и вы удивитесь, что оказывается до 1932 года у Советского Союза и, разумеется, у царской России не было на Северном море ни одного военного корабля. Не было. Ну, я имею в виду металлические, крупные, типа вот крейсер «Авроры», там «Варяга». То есть, получается, «Варяг» направить в другую часть, просто вот визуально даже смотрите, получается, что крейсер, то есть, ну, где-то верфи были-то здесь, это европейские. То есть, в Японское море он мог пройти, а вот сюда он не мог пройти, ну, где-то вот Северное море, никакой корабль. Удивительно. Просто удивительно, потому что вопрос возникает, знаете, в чем? Что, а почему так? С чем связано это? Наберите вот в Википедии Беломорканал. Там прямо написано, что до 1932 года в Северном море не было морского флота. Мне оппонируют некоторые оппоненты, что это неправда. На самом деле Петр Первый строил верфи. Но Петр Первый мог и строить верфи. Разговор идет не о тех кораблях, которые строили в этом водоеме, а корабли, которые строились в Европе где-то, там, в других там, верфях, и они, ну, в других морях, и они по каким-то причинам не могли туда попасть как-то это. Я вот сейчас продемонстрирую это.
Но вы сами можете зайти и посмотреть, и почитать, когда там началось именно судоходство. Это удивительно. То есть получается то, смотрите, какие, сейчас я покажу вам, это Википедия сайт. Со стратегической точки зрения канал предоставил возможность связать Белое и Балтийское моря. Уже в 1933 году Беломорский канал позволил создать защиту северных рубежей государства. До этого времени североарктическое побережье практически никем не охранялось и не было защищено от возможного вторжения. Первыми судами, которые прошли по новой водной трассе, то есть по Беломорканалу, стали военные корабли. Одни из первых советских субмарин класса «Декабрист». И так далее. До 1933 года там не было кораблей, вы понимаете? То есть, ну, не было. Вот факт. Это как раз перед войной. И как раз вот эти все потом уже ходили, уже какие-то. Я даже не удивлюсь, если вот если мы сейчас это рассматриваем, вот эти вещи, да, то есть нам-то рисуют здесь, что расстояние тут широченное от Норвегии до Шпицбергера. А фактически, если мы посмотрим на карту, оно маленькое расстояние здесь. Оно еще может и меньше, чем 600 километров. И я не удивлюсь, что в то время, так как до этого туда никак не могли пройти, ну, судоходства не было оттуда. Именно, я имею в виду, вот сюда попасть, в Атлантический океан. Не знаю, по каким причинам это не получалось. Почему корабли, вот почему крейсер «Аврора» сюда не мог приплыть, например. Не мог и все. Ну, в смысле, из Балтийского моря вот сюда. Скорее всего, здесь либо были какие-то льды, что надо было, ну вот я имею в виду между Норвегией и Шпицбергером, что Гипербореи, например, потому что здесь не Шпицбергер, здесь Гипербореи уже следующий остров идет. И видите, да, то есть один из островов Гипербореи, вот он близко, вот это Гиперборейский остров. То есть Шпицбергер, вот он, вот этот остров. А это Франца Иосифа земля. То есть те, которые на картах указаны сейчас. И получается, что здесь, возможно, вообще, может, не было прохода. Либо пешком можно было туда пройти. А может, действительно, только прорыли заключенными канал какой-то, типа вот как Беломорканал. Ну, кто мы знает, как на самом деле. Вот я и обращаюсь, я вот к тем, кто ходил и ходит как бы вот из, ну, скажем, из Архангельска вот сюда, там, в Англию, например. Вопрос, вы где-то, дорогие мореплаватели, вы когда проходите, там есть узкие места, ну что-то напоминающее, что вот справа остров, слева, и мы плывем там, ну идем точнее. Вот если такое, то подозрительно, что возможно какие-то рукотворные проходы сделаны были только в 30-х годах, если до этого невозможно было туда пройти. То есть никак, ни один корабль, ну вот абсурд, вот согласитесь с этим. И то, что новая земля получается полуостров, тоже по навигации очень подозрительно. И то, что вот здесь земля, и здесь нету никакого Берингового пролива, и поэтому здесь никакие корабли. Вот, возможно, вот это место называют Беринговым проливом, скорее всего. О, это очень может быть, вот этот, как раз вот эту ширину. Очень может быть. Вот здесь у нас российские погранцы, здесь типа Аляска, и все. А там пограничная зона, там ходить нельзя. Здесь колючая проволока. Я не знаю, что там они придумали. Там. Понимаете? Очень, очень вероятно. Поэтому здесь, ну, уникально. То есть о чем это, какие выводы? К чему это, скажем, дорогие друзья, к чему я все это клоню? Вывод какой? Значит, очень вероятно, что Гиперборея существует в физическом плане. Никуда она не провалилась под землю, никуда она не исчезла. Поэтому здесь выводы какие, что свет, то есть вдумайтесь, то есть вот вспомните древнегреческие, я рекомендую почитать вот эти мифы. Они никакие могут оказаться никакими не мифами, а могут оказаться как раз что ни на есть, когда вот на горе там Гипербореи, на горе Олимп живет сверхцивилизация, который контролирует процесс обучения душ, которые сюда приходят. И было бы наивно полагать, что здесь вот темным силам дали вот это позволение, что они сейчас здесь вот творят,
чтобы это было без контроля с сильной сверхцивилизацией, которая имеет сверхтехнологии, понимаете, которые этим темным не снились ни в каких там адских своих мирах. Понимаете, в чем дело? То есть это, во-первых, это дает надежду, что мы здесь не брошены, мы здесь не в одиночестве находимся, что нас здесь оставили как вот этих котят каких-то. Все под контролем идет, друзья мои. И Гиперборея, получается, существует. Физически существует в настоящее время. И там есть сверхцивилизация, которую нам приказали забыть. Стерли с карт, стерли из памяти. Остались только эти, ну, какие-то обрывки такие. Понимаете? Карты врут. Корабли не ходят там, где нет моря. Ну, вообще, просто лапшу вешают на уши, что этот спутник там не покрывает. Да это рассчитано, я не знаю, на каких-то люмпинов там спившихся. Понимаете, я вот говорю, в телекоммуникациях работал. У кого кто-то работает? Посмотрите зоны покрытия Иридиума, например, Global Star. Там эти спутников, бог знает какое количество, на каких они там, эти все телекоммуникационные, они все покрыли уже тут. И вот, видно, туда они не могут рыпнуться. Там, может, какой-то защитный купол или что стоит. И вот они тут решили этот, сделать, ну, катастрофу такую. Но кому надо, тот вместит эту информацию и поймет. А кто, ну, не может понять, ну, значит, не в этой жизни. Рано или поздно все, скажем, духовно прозреют и поймут это. Но лично для меня вот эти моменты, что карты врут, что корабли не ходят странно, какие-то маршруты огибают, какие-то несуществующие, ну там, когда по морю ближе так идти, а он обходит, бог знает, там 3000 километров. Это значит, говорит о том, что что-то здесь не так. Так я еще момент еще хочу один сказать, что любопытно, что между Норвегией и Архангельском маршрут хотят сделать. И аргументы, почему он будет... А, вот, нашел. О, покажу вам. Посмеетесь, что пишут. Просто это, знаете, опять же говорю, информация рассчитана на каких-то вот люмпинов, которые вот, ну не знаю, неграмотных людей каких-то там и так далее. Вы-то грамотные. Смотрите, друзья мои, это можете в интернете набрать. Сейчас я увеличу тут. Вот новость такая. Она вышла еще в 2014 году. Пишет, паром свяжет Киркинес, Мурманск, Соловки и Архангельск. Маршрут. А реально на Соловки неудобно плыть. То есть в Архангельск, чтобы вы видели, еще раз хочу показать, тоже абсурдность. Смотрите, вот Архангельск, а вот Соловки. То есть когда идет корабль вот отсюда, зачем ему заплывать в Соловки? Ну зачем? Соловки как сбоку там идут, знаете, то есть ему, ну, выгоднее сразу в Архангельск плыть, а из Архангельска потом в Соловки идти уже, если он там надо им... То есть, ну, никак не вот эти лишние маршруты делать. Так вот здесь смотрите, что пишут. Россия и Норвегия начали переговоры о будущем маршруте парома «Фрам», который будет возить путешественников по побережью Баренцева моря. На данный момент, по данным от туристической компании «Хуртигрютен», известно, что судно будет ходить от Киркинесса до Архангельска через Мурманск и Соловки. Дальше, кстати, не говорят, возможно, и через Новую Землю будет ходить там. Первый пробный рейс запланирован на 2017 год. Но, насколько мне известно, до сих пор нету. Ну, может, и есть, пожалуйста, но я искал, я не нашел. Обе страны сейчас обсуждают визовый вопрос, как сделать так, чтобы туристам, которые поплывут на Фраме, например, на неделю, вдумайтесь, продолжительность этого вот путешествия, неделю плыть, вы понимаете, это что это такое, не понадобились визы. Также решается финансовая сторона проекта, большую часть затрат берут все на себя норвежские компании и согласование морских маршрутов. Паром должен обойти стороной места обитания тюленей и моржей. Лапша на ушу. Объясняют, почему он будет вот таким длинным. Понимаете, вот так мы заботимся о моржах, об этих там, о тюленях, там, о ком еще, о белых медведях. Представляете? Ну,
Смешно просто. То есть они вот выдумывают, почему он будет 3000 километров, там, а не 800, как вот по карте смотреть. Принимать судно в Мурманске будет по той же схеме, что и другие туристические лайнеры, которые начинают свою работу каждым летом. Уже сейчас обозначается, что стоимость плавания на Фраме будет немаленькая. Ну, естественно, 3000 километров плыть там. А, так как он, в первую очередь, ориентирован на туристов из скандинавских стран. Вот, ты понимаешь, норвежцам в Архангельск там сдались, вот, русский север, там, понимаешь, люди прониклись культурой, исследуют и так далее. То есть, ну, объясняется, что зимой паром, скорее всего, ходить не будет из-за ледовой обстановки. Какая ледовая обстановка? Там же Гольфстрим. Какая ледовая обстановка? Всю зиму во время Великой Отечественной войны корабли из Англии, Мурманск и так далее ходили и помогали. А здесь ледовая обстановка. Так, естественно, если идти через Франца Иосифа, там будет ледовая, там без этого не пройдешь, наверное. Понимаете? То есть вот вы видите, вот какие моменты вот пишут. Во-первых, объясняют выдуманными, притянутыми за ушами объяснениями, почему придется долго плыть, потому что надо тюлени плыть. Понимаешь, тюлени лежат посередине океана. Они вообще на берегу лежат, греются там, ну где-то плавают там. Кто его будет там, они что, где-то в одном месте там стадо там застряло, его надо плыть. То есть, ну, смешно. Понимаете, то есть вот такие новости, когда ты читаешь, ты понимаешь, что это абсурд. Так же, как абсурд, что где море Лаптевых, там не берет спутниковая связь. Понимаете, вот абсурд. Вот там города есть на побережье. Города. Понимаете? Ну как бы обозначено, вот любую карту возьмите, вот, например, вон карту севера. Давайте посмотрим, там есть что-то вот в России? Там что, связи нету? О, смотрите, сколько тут, если, ну, если увеличить. Тут наверняка какие-то города должны быть. Но поселения, я уж не вижу, здесь их правда нет. Ну что? А вот, понимаете, корабли не берут спутниковую связь. Вот такая вот несчастье такое у них. Понимаете, это о чем говорит? О том, что понятно, что человечество можно было обманывать, когда оно не имело доступа к интернету. Можно обманывать было, когда оно там было необразованным. А сейчас, когда мы образованные, когда мы стали вот средства связи, и начинается, почему будет железный занавес? Все к этому идет. Потому что начинаем слишком много знать. Начинаем задавать такие вопросы, из-за которых система концлагерей сыпется. Понимаете, вот эти. Она рассыпается, как карточный домик. Вот и все. Куда? Что? Никаких нету этих самых, у них защит. Поэтому они и протестировали сейчас. А, давайте в Украине там ВКонтакт закроем. А с нашей стороны Телеграм, теперь написали, что Фейсбук будут, а те закроют, что-то еще придумают, чтобы мы не общались, не коммуницировали. Понятно? Потом e-mail закроют еще, скажут, что Gmail-овские вот эти, Google это иностранный агент, все, все адреса e-mail-овские на Gmail все блокируем. А те будут блокировать все на Яндексах там или на Рамблерах и так далее. И что? Или на мейлах там. То есть делается для того, чтобы рабы, скажем так, не общались между собой. Но человечество просыпается. И более того, что если сейчас информация пошла, что Гиперборея, этот материк из четырех островов, никуда не провалился сквозь землю, а присутствует здесь. Нам туда не позволяют ходить, потому что там погранзона. Понимаете? Попробуйте, пойдите там в Северный Ледовитый океан. Пустят вас далеко. Ну и кроме того, еще эти маршруты какие-то другие. Вот и все. Вот вам и ответ на этот вопрос. Плюс у вас еще и карты неправильно навигационные будут, потому что ложное это все дали нам. Вот такие, друзья, такие новости, рассуждения мои. Он мне подсказывает, что уже Mail.ru перекрывается европейскими странами. То есть железный занавес делается, чтобы не было, чтобы человечество не самоорганизовалось, понимаете? Как в Китае запрещен YouTube. Вот кто не знает, в Китае YouTube запрещен. В принципе, на YouTube нельзя пройти вот из Китая. Кстати, разрешаю это видео скачивать и распространять, если кому надо. Бесплатно, ради бога. Андрей, поделись, пожалуйста, в какой связи у вас появились мысли по данной теме?
связанный с мореплавателем. Так я же рассказал, что после того, как я выступил на Сангейс радио по поводу того, что странно как-то маршрут из Мурманска в Архангельск круизного корабля, там же женского имени, как-то она называлась, Евлампия какая-то, забыл, актриса такая старомодная. Вот, и у меня возникли вопросы, да что это такое? Я вот стал, там еще Котлярова Вячеслава посмотрел, его эти мысли, но там у него, на мой взгляд, ошибочное мнение по поводу Южной Америки, что она там вверх ногами у него, то есть она просто упирается в Антарктиду, а не куда-то, а не в Северный полюс. И так далее. И со мной в дебаты вышла женщина, которая живет в Архангельске, который муж, капитан, ходил все время на сухогрузах. И она мне вот эти ссылки накидала, но она как бы так, не сторонник моей точки зрения, она, наоборот, в таких культурных дебатах с нормальными, вменяемыми людьми всплывает важная информация. Вот. Ну все тогда, спокойной ночи, кому получится, да, до новых встреч, хочу, желаю вам всем счастья, здоровья, духовного развития, материального достатка, гармонии, и прорвемся.